сожалению, вживую мне не удалось посмотреть этот бой целиком, так как я записывал в это время интервью, но сейчас, монтируя видео, я его глянул и, если честно, то был слегка в шоке от действий рефери, который то ли не видел со своего ракурса происходящего, то ли очень сильно накосячил, то ли, чего еще хуже, помогал земляку. Знал бы об этом во время интервью, развил бы эту тему сильнее, ну а так коснулся ее вскользь, так что все равно советую интервью к просмотру. И да, заслуг Балата я не принижаю, первый раунд был очень крутым и конкурентным, а вот к рефери вопросы есть. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Благодаря им за моей спиной такой замечательный вид, мы приехали сюда, чтобы осветить совместный турнир Nayza и Eagle FC и записать огромное количество крутых интервью. Gorilla Energy помогают огромному количеству бойцов, промоушенов, ну и нашей команде. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Справа от меня стоит Балат Заманбеков. Поздравляю с победой. Расскажи, какие эмоции? Эмоций вообще никаких эмоций нету. Всем спасибо, кто поддерживал. Моим родителям, моим братьям старшим, нашему руководству, нашим тренерам. Без них я бы ничего не достиг бы. Все. У вас был очень интересный стердаун на взвешивании. Твой соперник был очень в себе уверен. Был уверен, поэтому улыбался, наверное, стоял. Все. Ну, а вообще интересно, когда соперник с тобой есть какой-то, ну, такой условный конфликт на взвешивании? Тебе это как-то помогает в бою, может быть? Ну, конфликтов ничего не было. Я его в тот раз, вчера, первый раз увидел, и все нормально у нас. Я про то, что напряженное взвешивание же было. Ну, напряженка чуть-чуть была, но я не показывал эмоции вот эти. Спокойно вел себя, хладнокровно. Давай поговорим немножко по бою. Был один момент, нас немного он удивил, кто-то отвлек твоего соперника, и ты ему супермен-панчем хорошенько прописал. Сейчас мы видим, что пытается держаться на дистанции, и за счет ног, и за счет джебов. Смотрите, рефери отвлек бойца, не совсем понял ЛДР, что же происходит, в итоге пропустил. И в итоге снова сверху Заманбеков работает. Вылетела капа, вернули ее Самику. Очень заботливо рефери пытается все-таки сделать так, чтобы бойцу ничего не угрожало. Да, у нас сразу все, что Заманбеков продолжал работать в таком старом этапе. Что сейчас происходит? Рефери снова отвлекает бойца. Да, этот судья же не остановил. Пока судья не остановил, я воспользовался моментом, я шатнул его конкретно этим ударом. А что было? Его кто-то позвал? Что случилось-то? Не, он что-то там, я не помню. Что-то скользкое или что-то было там у него. Не знаю, честно. Расскажи еще про удушку. Я так понял, что сначала у тебя не получилось. Он оттянул руку, да? Да, можно я скажу. Это удушка у меня четвертый раз, вот эта удушка. Кивит он ЛДЯРа, наносит удары. Все в порядке, идет за удушкой. Да, и судя по всему, это конец. Давайте посмотрим, сколько продержится ЛДЯР Улу. Довольно низко держит подбородок, но давление на челюсть бешеное, продолжается. И стучит ЛДЯР Улу. А третий раз, один раз. Третьим треугольником побежал. Четвертый. Пятый бой, четвертая удушка у меня. Третий, да. Четвертая удушка, один треугольником. Я стараюсь всегда заканчивать. Но я не думаю, что быстро сейчас закончу. Я стараюсь иногда часто вот быстро заканчивать и уходить оттуда. Что по планам? Сегодня это совместный турнир Nayza и Eagle FC. Есть какие-то, может быть, у тебя интересные имена в твоей организации? Или наоборот, ты сейчас видишь какие-то перспективы в Eagle и хочешь вызвать кого-то из ребят там? Я кого-то вызывать не буду, наверное. Вот с тренерами сейчас... Обдумаем, не будем торопиться. Все, анализируем и посмотрим дальше. Я пятый номер сейчас стою, если это правильный рейтинг. Пятым стою, дальше больше сейчас посмотрим. Nayza, да. А кто, кстати, перед тобой, может быть, тоже есть ребят с кем? Я проиграл вот последний бой, он передо мной стоит. Я не буду его вызывать там. Иншаллах, время придет, я свое заберу. Ну, реванш интересен. Интересен, конечно, но всем интересен. Если Альберт не будет... Возражать, конечно, интересно. Что ж, Балат, поздравляю с победой. Друзья, вы подписывайтесь на инстаграм Балат, он появится внизу экрана. Подожди. Подписывайтесь на инстаграм Телеграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА.
Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.